Приветствуем вас на канале «Просто о бизнесе». Сегодня мы покажем разные виды калькуляции товара. Первый вариант простой. Есть некая технологическая карта, в которой перечисляются ингредиенты для каждой изготавливаемой продукции. Например, вы выпекаете хлеб. Для этого потребуется мука, дрожжи, соль и так далее. Стоит только отметить, что испекли 100 булок хлеба, как тут же спишутся в необходимом количестве все перечисленные компоненты. Очень удобно! Второй вариант калькуляции товара применяется для более сложного процесса изготовления. Например, вы специализируетесь на печатной продукции. Клиенты заказывают у вас буклеты, но все буклеты разные, могут сильно отличаться от заказанных другими покупателями. В этом случае калькуляция будет включать или не включать разные виды работ, у каждой из которых свои параметры. Вы получите себестоимость, а потом легко добавите к ней желаемую наценку. А для вашей продукции какой именно вид калькуляции подойдет больше? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И обязательно подпишитесь, чтобы своевременно узнавать и про другие технологические решения, которые не позволят вам работать себе в убыток. До новых встреч!